told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Привет, господа! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, и с вами Олег Кузьмичев. Мы находимся на плите перекрытия между холодным чердаком. Монолитная плита перекрытия здесь утеплена в два слоя теплоизоляции экструзированным пенополистиром по 100 мм. То есть у нас 2 по 100, получается 200. Сопротивление теплопередач самой теплоизоляции, расчетное, я говорю, расчетные фактически, они всегда расходятся. 6R. Если бы мы здесь применили пир-плиту 120 мм, было бы у нас 5R. И этого, в принципе, достаточно. У нас на стенах плиты пир 120 мм. И по температурному градиенту, когда мы проверяем наши стены, всего этого достаточно. Самое главное – сделать грамотно правильное утепление. Если сделать грамотное утепление здесь по системе утепления iHouse Термоплюс, то, в принципе, и достаточно будет пир-плиты 120 мм. Что у нас здесь получается в итоге? Ну вот у нас есть шпильки, на них это дальше будет устанавливаться мурлат. Здесь будет узел у нас, специально распределяющий нагрузку для мурлата установлен. Но, видите, шпильки, они у нас короткие, потому что все это готовилось под пир-плиту 120 мм. Наш заказчик проигнорировал информацию, что эту теплоизоляцию надо заказывать за 2 месяца. Ну что, он проигнорировал, в итоге теплоизоляцию, возможно, может он только получить в сентябре. А нам надо сейчас утеплять. Мы установили шпильки именно еще до того момента, мы не знали, какая теплоизоляция здесь будет. Что, вернее, будет вот эта теплоизоляция. Придется теперь их наращивать. Ничего не сделаешь. Чем отличается вот это утепление от настенного? Здесь можно под гребенку также клеить. Это будет лучше, это будет надежнее, это будет энергоэффективней. Но можно и на клей пену. Единственный расход клей очень высокий. Я вам могу сказать, на один слой на 5 метров один баллон. Это вместе со шприцовкой, вместе с приклейкой. Вот столько уходит. Если смотреть информацию, что там на баллончиках написано, там хватает на 10 или 12 метров, то эта информация далеко не верна. Это маркетинг. Потому что там посмотришь, вот так зигзагом провели и все. Про окантовку там ничего не нарисовано, про склейку это плит теплоизоляции там вообще информации нет, ну и тем более про шприцевание тоже. Клей на самом деле очень дорогое удовольствие, если клеить на нее, именно клей-пену. Но здесь небольшой трафик, вот видите передо мной люк, здесь нету никакого лестничного марша выхода, трафик очень маленький, наш заказчик возможно сюда раз в год поднимется, что-нибудь посмотрит, когда будет жить в этом доме, и также спустится. Все равно там какие-то пустоты есть и демпферность будет, это ничего страшного. Если вы будете утеплять балкон, и у вас трафик там будет очень большой, то надо под гребеночку все-таки все это делать. Разберем недостатки, когда мы утепление делаем в два слоя. Когда мы делаем в два слоя, то у нас... Вернее, задам, подойдем с другой стороны. Очень многие в комментариях, как мы делаем теплоизоляцию, пишут на экструде, самый дешевый материал, бля, там два слоя прибил грибами и пойдем. Да, сейчас он прибил грибами, я вам в Телеграме выложил, в Телеграм-канале, сколько стоит просто прибить грибами, 1100 рублей за квадратный метр. Сколько же будет стоить качественное утепление в два слоя? Ну вот, здесь взята теплоизоляция немножко подороже, которая выдерживает большие нагрузки, опять же, как для фундаментов, и она стоит 900 рублей. За квадратный метр. Если мы берем два слоя, то это получается 1800. Расход по деньгам на пену, на грибки, на каждый слой прибавляем плюс 450 рублей. 1800 плюс 450, то это получается 2250. Пир-плита у нас стоит 2500 или 2600 сейчас. Она даже немножко подешевела, чуть-чуть. Разница, ну, порядка там, ну, сами считайте, там 300-400 рублей за квадратный метр, это ни о чем.
Но теперь мы начинаем прибавлять, вроде сэкономили 400 рублей, давайте прибавлять работу. Даже будем прибавлять работу, я вам вставлю ролик, где прибивали грибами по 1100 рублей. 1100 рублей раз, 1100 рублей два, 2200. Математика-то простая, уже дороже. Так, вот такое утепление. Сколько стоит у нас? Общий, сказали, или? Ну да. Общий 2200, ну, с панелью. То есть... Вот этот слой и, у вас. И второй слой. И второй слой, вот эти панели. Да. Все. То есть у вас не шприцуется ничего, щели вот такие везде остаются насквозь, да, вот такие зазоры. Ну это вы просто прибиваете грибами, да, получается, и все, да? То есть это получается просто прибить, вот если без этой, это пенопласт с грибами к стене, то это 1100 рублей, да? И потом получается второй слой вот этот, еще 1100, да? Единственное, конечно, качество утепления никакое, одни дырки. Воздух гулять будет. Швы местами расшприцованы, местами нет. О, насквозь. Это вот такое у нас утепление, прибить грибами. Эх, какие щели. You told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Вот такие цены на утепление примерно в Москве, в Московской области. Разумеется, в других регионах цены могут быть другие, намного ниже. Но такое утепление, потрачена теплоизоляция, как говорится, работает всего лишь на 20%. Там очень много будет утечек тепла. Щели, зазоры, конвекция воздуха между утеплителем и стеной ни к чему хорошему не приводит. Даже при самом качественном утеплении, именно по технологии окантовок, у нас КПД всего лишь 40%. Это уже у нас на канале есть видео много на эту тему, можете посмотреть. Здесь же у нас расчетные, если сейчас получается 6, но у нас, видите, очень много грибов. И чтобы у нас расчетные все-таки приблизить к фактическому, эти грибы надо вывернуть. Делается так. Вот представляете, вот этот пластиковый гриб, это проводник холода. Кто-то говорит, что пластик он теплый, но изучайте материаловедение, изучайте теплофизику, и вы поймете, что это такой же холодный материал, чуть теплее металла. Ну, отверстия, конечно, их надо зашприцевать. По одному рекомендую вообще оставить. Если кто-то даже вот на стенах это делает, вот можно такой способ применять. У нас здесь безразрывное утепление, все прошприцовано, все склеено. Сюда можно воду лить, туда ничего не попадет под теплоизоляцию. Можно, ну, я делал даже бассейн для своего ребенка вот из такой теплоизоляции. Тоже склеил, прошприцовал, 2 или 3 года он там стоял, ребенок вырос, мы его отдали. Кстати, если у кого-то теплоизоляция остается, можете провести такой же маленький эксперимент, сделать для детей бассейн. Он надежнее будет, чем вы будете покупать в магазинах. Итак, вот эта теплоизоляция в 2 слоя сделана. Ставится мурлат. Перед этим делается узел распределения нагрузок. И в принципе здесь самый простой и самый энергоэффективный вариант, потому что мурлат поставить на бетонную конструкцию, потом танцы с бубном надо как-то там под этими конструкциями все утеплять, мурлат сверху утеплять. Это трудозатраты большие, это затраты на материалы. Кстати, каменная базальтовая плита – это самый дорогой материал, если посчитать по теплосопротивлению. И если сложить ее в 2 слоя, это будет дороже, чем многие просто не берутся работать с этим материалом. Дорогие друзья, не торопитесь. Делайте утепление сначала поверхности, а потом делайте свою крышу. Это я советую всем нашим заказчикам. Юрий Андреевич, привет, если ты нас смотришь. Примерно должно быть выглядеть у тебя так.
не послушал ты нас. Зимой мы отказались эту работу выполнять, потому что мы допустим брак. Ты решил сделать крышу как можно быстрее. Ну и что получилось, то и получилось. И получилось, Юрий Андреевич, у тебя дороже и менее качественно. Это я обращаюсь к нашему заказчику, которого мы в этом году утепляли одноэтажный дом, монолитный. Друзья, самый теплый воздух, поймите, поднимается всегда вверх. И у нас плита именно перекрытия, что на первом, что на втором этаже, они самые теплые. И если будут через них уходить утечки тепла, через муруаты, которые у вас установлены именно на бетон, пускай вы его как-то там даже сделаете утепление, но, скорее всего, сделайте как получится, а не как правильно. Если вы хотите посмотреть, как правильно сделать утепление именно этой конструкции, ссылка в описании под видео или в закрепленном комментарии, будет уже именно такая тема. Там применялось посередине именно жесткий утеплитель, а вот по краям приходилось использовать базальтовую каменную вату. Также есть второе видео, которое выходило несколько лет назад, тоже там же будет ссылка в описании под видео в закрепленном комментарии, где мы делали утепление пирплитами. В принципе, вы его посмотрите, и вы даже увидите особенности. Надо нам утеплитель выпускать. Я снимать просто не хочу, уже поздно. Выпускать наружу, чтобы нам дальше сделать примыкание нашей теплоизоляции, которая будет на стене. Здесь то же самое сделано. Рекомендую, советую, пожалуйста. Это дешевле, это проще, особенно пирплитой. Вот еще хочу про одно наше изобретение вам показать. Когда мы склеиваем плиты теплоизоляции, это касается экструзированного пенополистирола, два слоя, то мы применяем вот такие винты. Вот смотрите, они довольно-таки такие огромные, толстые. Это хороший проводник холода. Кто говорит, пластик это теплый материал? Да нет, он такой же практически проводник холода, как и металл. Ну, немножко теплопередачи замедленнее, но ничем не отличается. У нас, видите, этих грибов здесь очень много. Мы сажали примерно где-то на 3 гриба, чтобы нашу теплоизоляцию между собой сжать. Там у нас клей для теплоизоляции. Вот сейчас она уже приклеилась. Сутки простояла, можно это все вывертывать, оставлять по одному на всякий случай. И отверстие запенивать. То есть суете туда носик вашего пистолета и медленно оттуда вытаскиваете. При этом у вас должна пена выходить. Вот таким способом можем мы удалить, ну, примерно где-то 60 или 70% холодных включений, чтобы у нас расчетное приблизилось к фактическому. Итак, друзья, всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. Строим вместе с нами, утепляем вместе с нами.